Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутем Паута. Сегодня у нас будет ролик по приручению Void Wyrm'а и Astra Дельфина. Void Wyrm'а это типа тековская виверна, а Astra Дельфин это новое существо, похожее на Астроцетуса, короче. Вот. Сейчас вот я лечу в космос. Будем его приручать. Хочу сказать сразу, то, что этот ролик мог выйти гораздо раньше, но, к сожалению, у него раньше выйти не получилось, потому что у меня программа для записи полетела, а так, типа, все в порядке. Пришлось другую программу сейчас использовать, но ничего страшного. Кстати, седло на него открывается на 120 уровне. То есть, простой смертный его не изучит, надо проходить боссов, но седло может выпасть всяких лучах на карте Genesis, поэтому особо не расстраивайтесь, у вас может быть Astra Дельфин. Собственно, у меня сейчас в инвентаре седло, и он приручается элементом, его надо просто за ним ходить, кормить элементом, и все замечательно. Кстати, это что у нас за локация сейчас? Элементная, что ли, или нет? Фиг понять, что за локация. Ну-ка, вниз давай посмотрим. Главное в приручении дельфина это то, чтобы не попасться этой тековской виверне. А то будет не очень. И еще что хотелось бы отметить, что сейчас на данный момент дельфин после приручения ест очень много мяса, и у него израсходуется стамина. С чем это связано, я не знаю. Но эта ситуация есть и происходит, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется его кормить, прям жестко кормить, если вы хотите, чтобы у вас все с ним было нормально. Ну вот, думаю, за 10 минут до отключения сервера мы сейчас успеем. Это у нас что? А, ну элементная пуля, конечно же. Ладно. Блять. А вот это вот опасно. Она очень хорошо станет. Да ну нахуй. Че, реально? Ебать, мне повезло. Ебать, мне повезло, грубо говоря, народ. У меня нет шанса съебаться, да? Где она? Ебать, отстали, что ли? 135-й, давай тебя. Короче, надо его гладить. Он вас... Они будут вас бить головкой. Они любят этой хренью заниматься. Поэтому, когда томите стаи, лучше быть аккуратней. Могут вас запинать. Так, не уходи от меня. Так, опа. Покормили. Сейчас он будет просить элемент, вот, пожалуйста. Теперь он уходит от нас. Блин, нихера их тут много. Что их так дохера, это не очень хорошо. Сейчас он пока от нас убегает. Теперь мы его догоняем. Приручение, кстати, начало спадаться, или мне показалось. Блять. Заебал. Стой ты на месте, ёб твою мать. Я к тебе, ты ко мне, блять. На. Нихера он захавал.
18% приручения, охуеть. Еще элемент, кстати, нужен, чтобы его седло питать, чтобы он мог стрелять и так далее. Так, догоняем. До этого был баг, у нас просто не получалось его приручить. Нажрали дельфины, грубо говоря. Да ты охуел. На опять. Где? Ага. Вижу. Элемента жрет дохуя. 42%. Ничего, добьем его. Ну? Еще, блядь. На. Попался. Снаряжаем на него тек-седло. Он теперь наш. Садимся. Смотрите, загружаем в него элемент, значит. Сейчас мы будем отсюда улетать. На контру у него активируется режим вот такого полета. Наше ускорение. Вот так вот он у нас стреляет на... Если задержать кнопку мышки левую, он вот такой вот заряд делает. Если просто жать, будет вот так стрелять. Он умеет уворачиваться на двойные нажатия вправо-влево. Также он умеет на X английский менять направление и назад лететь. Еще на C он умеет делать... Ну, вот такой прием, сальтуху, можно сказать. Но это не сальтуха, ладно. Короче, собственно, вот все и приручение астродельфина. Единственное, что аккуратно на нем летать надо. Вот я вот сейчас не вписался. Вообще мощное животное, на нем очень хорошо воевать. И томится он, можно сказать, простенько. Даже проще, чем птер томится, но... Это для тех, у кого есть на это ресурсы. Для обычных людей, конечно же, он сложноват будет первое время. Он должен быть где-то здесь, по идее, летать. Такой желтого раскраса еще, кстати. Вон он, да, я его вижу. Сверху. Сюда может быть? Да. Только не убить бы его. Он теперь стебет, так. Ну типа. Это больно. Мне ничего на. Блять! Ты отпустишь нас, нет? Не хочет. Чуть мы зря под эту фигню попали. Ты это там это осторожно его не убей. Ебать. А это реально больно. Да ну. Ебать. Меня подъемнуть может. Давай к дельфину. Быстро, 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 топи! Ебать. Так. Давай! Смотри, короче, сейчас я его нахитую. Смотри, нужно, чтобы уйти из его радиуса агрессии. Он и сейчас он на меня с агрессии. Нет, нет, он на меня с агрессии. Давай. Лети ко мне, короче. Сейчас смотри, в чем суть. Ты должен будешь оставить дельфина в безопасном месте. А сам слезть и по моей команде подойти к его жопе и сесть на него. А когда я его сейчас... Уже пропал, кажется. Хватит.
Пиздец, а чего у тебя не получалось сюда сесть-то? Блин, охренеть. Что не так? Ладно, хорошо. Еще, значит, одного найдем. Пиздец. Вот я сел нормально. Не, вот томить нечем. Томить нечем. Ну так у меня же нет мутаген. Ну да хуя он какой-то подамажил. Он в жизни. Смотри, короче. Уворачиваешься от него и летишь прям въебало ему на который, или понял? Потом быстро на яну делаешь. Вот сейчас вот он на себя должен будет полететь, а ты прям на него лети на контроле. Давай, садись! А! Ты можешь удар такой смертельный, неплохой нанес. Только не то, что нам нужно. Блять, не хп нет. Нужно разогнаться в него, потом отпустить, естественно, разгон и нажать на Е. Так, чисто телом в него полететь. Сейчас подхилюсь. Если... Бля, надо было хилки брать, я предусмотрел. Он на себя летит. Понял. Чем похавать-то нафиг? Давай! Ну еще. Чуть заклоунся. Даже надписи не было. Да как это так? Ну-ка. Да блин, еще раз. Вот ты заебал дистанцию. Красиво убил. Неужели? Сел. Отлично, все, когда... Когда он будет делать бочку, нажимай на Е. Вот. Успел? Нет. Скинул. Надо похавать, то у меня лупаш как. Вот просто вверх. Тут около какого-то астероида летаем, отдыхаем. Ебать. Вот да, мы именно тут. Надо быстрее пока сели. О, во, ты нас нашел, отлично. Нашел. Давай. О, он встал. Давай. Ты его настолько жестко накормил, что он с одного этого прыщился. Заебись. Не, ну реально, заебись, чувствуешь? Типа. У нас 8 мутагена на руку. Я хуй. Делать при охоте выбирать. Ну не знаю, как хочешь. Там какие-то молнии с атак. Бля, не пасть рвательно сейчас было. Я думаю, как бы нам на рок было пойти.